сейчас покроет ровным зеленым тоном, и я буду орком. My rain clouds shut my window, and I can't see at all. Тугие хочу. Кто тебя так отоварил-то, Володь? Ой, заткнись, Измайлов, а. Я вот этим молоточком тоже сейчас вон начну здесь всех налево-направо хуярить. Думал, люди как люди играют там как-то по-человечески, по-доброму. Они дерутся, лудурки вокзальные. Сейчас снимали сцену в лесу. Я сделал гипертрофированные грибы большие, такие волшебные, пень волшебный. Мы разместили на площадке и сделали подсветку тематическую, красную, там зеленую. В общем, такие интересные вещи с дымом. А это все будет очень хорошо смотреться. Вот так. Волшебно и необычно, скажем так. На пне изображено лицо бога леса. Это старый дуб срубленный. Вот он, смотрящий за лесом, скажем так, говоря нашим сленгом полицейским. Блин, вот красота вообще. Смотри, просто. Очень эффектно. Барвиха! Я 3 дня уже стреляю. Это после таких слов обычно все очень хуёво. Очень хуёво заканчивается. Я 3 дня. Вот так же просто. Роман приезжал, да, на репетиции. Единственное то, что лука не было, была палка вместо него, и поэтому сейчас была такая небольшая заминка. Рома не мог никак приспособиться, потому что лук, который был на репетиции один, здесь он немножко другой. Но так все равно быстро справился, все понял, как делать, и все. А Сергей и Саша, они схватили на ходу все. Да круто все. А? Подгорный воин, не воин без бороды. Конечно. Мама моя. Че? Самый необычный на данный момент реквизит, который мы делали, это оружие для игры. Оружие эльфов, оружие людей. Вот для них разрабатывались специальные логотипы, гербы, разрабатывалось полностью оружие, элементы одежды. Оружие было придумано специально под это все и разработано специально для Яковлева, специально для Мухича, специально для Гриши. Я делал эскизы, утверждал их у Ильи, и мы здесь потом, здесь у нас на производстве их делали. Куча таких же повернутых нарядится в костюмы своих персонажей и будут с мечами бегать по лесу. А, вот это уже интересно. Болт маленький, а в жопе тесно. Будут с мечами бегать по лесу. А, вот это уже интересно. Вы маленький, а в жопе тесно. Сережа Брунов, работать приятно, никаких проблем нет, очень интересно. Но самое главное, что просто я большой его поклонник, и вообще мне очень нравится его творчество, потому что он какой-то особенный. Да, ну можно сказать, да. А это же интересно, Мухчу. Болт маленький, а в жопе тесно. Болт маленький, а в жопе тесно. Пересматриваем, смотрим его работы. Просто потрясающе, конечно. И вот с ребятами уже на цитаты там разбираем какие-то вещи в группе. Ну они какие-то все полупокеры, я типа. Патлы, как будто с петушиной дискотеки. Мы же вам тут на медне принимали вот одного такого. Колю Буравчик. Вот. Не, ну они какие-то все полупокеры здесь. И патлы, как будто с петушиной дискотеки. Давай я буду гном. Гном, все. Стоп. Хорошо. Так. Давай добавим там аустер-текст, да? Можете написать, что это когда прикольно было бы. Вы патлы, как с петушиной дискотеки. Принимали такого одного недавно. Коля Буравчик. Принимали тут одного такого же. Коля Буравчик. Да? Яковлев — это человек советской формации. Его так мама с папой воспитали, как и нас всех в советское время. Сиди в говне и не чирикай. Смеешься много? К беде, значит. Не к добру. А чего, блядь, хочется, мне хотелось спросить. Блядь, а что у вас к добру? У вас что не произойдет, все где? Все. Не к добру, блядь. Я слышала, что ты знатный алкаш. Но я готова поспорить на что угодно, что ты даже близко не так хороша, как я. Девочки, как-то неуютно что-то стало вдруг. Спорим или слабо? Спорим. Кай. Ну что, девчонки, знакомьтесь. Джонни Попрыгунчик. Это и есть.
Ирландский коктейль. Сухой сидр смешать с ирландским виски. В реквизите не используем настоящие напитки. Мы вскрываем аккуратно бутылки, меняем на жидкость. Ну, то есть реальное содержимое на безопасное абсолютно. А это настоящий? А потом мы что будем пить? Мне как-то доводилось. А потом что-то будет. Это настоящий коктейль? Да. Он вкусный? Чудовищный. Это, как правило, бывают либо соки, либо составы, которые делают реквизиторы, в которые входят и чай, и пепси-кола, и много чего там, для того, чтобы правильно были пузыри, либо их совсем не было. Опять?